тебя зовут? Пала! Сколько тебе лет? 3 годика. Тебе сегодня исполнилось 3 годика? У тебя сегодня день рождения. А какой ты хотела бы подарок получить на день рождения? Тортик. Тортик? А ты ходишь в детский сад? Да. А как он называется? Солнышко. А как зовут твоих воспитателей? А другую? Марина Сикина. А как, по-твоему, что такое любовь? Это когда мама. Мама. А кого ты больше всего на свете любишь? Германа. Германа? А какая у тебя любимая игрушка? Погромче говори. Мама! Мама! Что ты любишь кушать? Картофель. Картофель. А кем ты станешь, когда вырастешь? Когда ты станешь большой девочкой, кем ты станешь? Мамой. Чего ты больше всего боишься? Жуков. Жуков. А что ты можешь пожелать всем людям на планете? Маму. Спасибо, доча, за интервью. Ой, какая у тебя кукла. У нее такое же платье, как у тебя. Да, вы очень похожи с куклой платьем. Это было Евино платье, да? У нас даже есть фотография, где Ева в этом платье была, когда ей было 2 года. Только у куклы что есть? Цветочек, розочка? Цветочек. А у тебя? У тебя нету цветочка? Тебе не подарили цветочек? Ты тоже хотела бы, да, такой же цветок, как у куклы? Да. Она держит в руках. В руках держит его. Я вот так, смотри, у тебя цветочек. Я раскрою цветочек. Потом вату ты поставишь. Хорошо. Если тебе подарят цветочек, мама его вот, да, поставит. Сестренка моя милая, тебя поздравляю. Твой праздник день рождения, чудес тебе желаю. Пусть яркие события наполнят жизнь твою, как брат напоминаю, что я тебя люблю. На ручку. Что нужно сказать? Спасибо. У девочки есть розочка, теперь и у тебя есть. С днем рождения, сестренка, милоангел мой! Я люблю тебя, родная, и горжусь тобой. Хоть ты младше, но какая умничка у нас. Вот всегда такой веселый и прекрасный, как сейчас. Светишься, как солнце лучик, улыбаешься в ответ. Никого, поверь, я лучше, в этом мире просто нет.
рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Задувай, дочь. А теперь зажигай.